часто на улицах Якутска можно увидеть вот такие интересные чехлы. Они называются «Наташа» и спасают автомобили от холода. На автомобиль надевается этот чехол, выводится выхлопная труба, и внутри автомобиля сохраняется тепло. А вот так Наташа возит с собой на крышах автомобилей. Ну а чтобы их не воровали, баллончиком пишут номер.